Бога! Минимум. Катя, проверим состояние жениха. А что это за баня, а? А мы не в баню ехали. Не в баню. Вот в баню в пищу. Ну вы попробуйте дальше проехать, потому что там вас ждут, да? Ребят, мы свои нас пропустили. Нет, не можем, не можем, не можем. А лучше половку в эту баню. Девочки, откройте. Я тут веники продаю, господа. Подождите, со стороны небесы. Не можем. Сколько? Не можем, нет. На такое нас не проведешь. Сейчас мне надо куда-нибудь залезть вот туда. Люблю переговорщик, переговорщик. Да. Не ходим по двору без денег, покупаем у красивой девушки денег. Тысяча. Минимум, минимум тысяча. Минимум. Вот в бане 100 грамм. Нет, 100 рублей. Не пойдем. 1000 грамм. Ну, денег, денег, денег есть? Же дайте в баню-то войти. Хотя бы нет, сюда. Извините, хотя нет, нет. А мы на месте расплатимся. Нет, 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 ни в коем случае. Налейте им 1000 грамм. Как в баре расплатимся после? Рука полезла за деньгами. Все нормально. Так, у вас есть нормальные мужики? Есть. Мужчины, мужчины, есть? Есть. Вот. Давай нальем. 1000 грамм наливаем. А потом и нальем. Наливай. Так, ну что, я так понимаю, все. Женщина с веником будьте, пожалуйста. Вот, если есть мужики, пускай подойдут. Раз тысяча. Есть что ли нам или нет? Вот, вот, вот. Раз тысяча. Вот, давай, давай. 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 Сейчас, так, а деньги? Мужик, ты выйдешь. Сейчас вас занести, говорит. Не открывай. Он не закрой, закрой. Это не такие, не буду. Так, видим, куда мы едем? Какая разница, что нет? А вот... Бездомки не найдешь! Так, желающим выпить, допустим. Давай, давай, следы вон как идут. Нет, не можете. А вы что, что? Ваня, тебе надо, тебе. Давай, это первый. Давай поднимем. Ой, а ласковое слово? Ласковое слово? Они зеленые, зеленые! Это вместо ласкового слова, нормально. А, какой шалу не знаешь? Нормально. Наша невеста не покупается. Чего ты так упорно не покупаете? А что же вы деньги? Да скажи хоть оно. Ну, ласковыми словами. Дерьмовочка. А что, купил? Ну, ладно. Вот это да. Ну, на Лэ мог бы и сказать. Все, засовывать надо. Да, сюда засовывать. И не побить срок. Дайте вот сюда побыть. Эти, эти мы балдник. Со стороны невесты что-нибудь хочет выжить? Нет, нет, нет. Молохой. Кочек, больше удастся. Обаяльная. Больше удастся. Деньги не беру. Красавицы. Киска моя. Я помогу. Давай. А то сейчас дети с лапами заберем. Так, сюда, сюда. Давай еще. Штуку давай. Давай, вот так, давай. Полторы тысячи. Тысяча. Смотри, не распыляйся с деньгами. Мы не прошли. 1050. Дверь ты сам ставил. Примерно у меня. Нежнусечка моя. Еще раз. Давай. Называй, называй. Мы не берем. Смотри, как ты. И ты даешь обратно. На Б. Нормально. Туда уже не надо держать. Покажите. И вес еще рано. Так давайте, мы замерзли. Так. Что? Чтобы войти в эту царство, надо ключи достать. Друзья, пускай воду выпьют, ключи достанут. Давай, давай, выпьем, выпьем. Давай, давай, выпьем, выпьем, давай, давай. Так, а есть стерилизованное? Да, да, да. Ну и здорово! Не будет, не будет. Пей, пей, ты пивай. Чё ж ты взял? Ну что там, водка или вино? Вода. Передавай, у нас много пацанов. Давай, давай, у всех сушняк. Давай,
сиденье не выйдет. На ком закончится? Вода не водка, много не выпьешь. Давай. Серый зарабатывает. Давай, давай. Мы троих полбанки выпили. Как Форт Боярд. А что, рукой нельзя, что ли, достать? Нет, надо выпить. А что, водочку налить? Да, можно было бы и водочки налить. Что, пожадничали, да? А что святой воды налили, а мы ее это? А у нас мы честь по чести все. Ставим, не надо много. Не настоящий. Не надо много. Давай. Допивай, доставай. Надо нам ключи взять. Доставай. Ой. Так, давай. Настя, ну-ка. Открывай. Отвори, открывай. Ладно. Ну вот, ну что здесь? Вот этот ключ держит. Вот этот ключ. Ванька, открывай скорее, ты замерзли. Да. Ой, девчонки. Пойдем, тут уже потеплее немножечко. Наливай. И тут опять что ли закрыть? Давай, все, открывай, открывай, да. И что делать? Не убивай, открывай. А жениху нельзя. Иголочку, давай, если... Если Катя. Если Катя повезло, не Катя. Да, не Катя, палки не снимай. А не Катя, пища, 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 пища. Пища, пища. Тихо, 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 один пускай это. Ваня. Ваня. Тихо, больше нельзя. Тыща! Мужчины последнего девственника Америки! Какая тыща! Мы что здесь? Понимаете? В Москве? На улице, где депутаты живут? Тыща! Фальшивка! Нет, я не фальшивка! Не надо говорить! Банка только что разменяли! Вы просили тысячу, дали тысячу. Где закуска? Закуска где? Написано тысячу, не надо. Там закуска, а здесь по сырку. По сырку. Оля, по 50? Давай, давай, давай. Деньги давай. Дай еще. Давай деньги. Какие деньги? Ну выпейте, выпейте. Вы же станете добрее, выпейте. Лёва, дай еще один. Вам это не поможет. Кого? Спиртное? Не замерзло. Деньги, деньги, деньги давай. Деньги, тысячи. Да лучше водки, лучше мы. Гарри. Да что ты? Нормально, дай шейк, нормально. Вот мы все и узнали. Все-таки я предлагаю выпить водки. Ладно, а за Богу? Давай. Это кто-то потом, это уже. Ну, это не поможет. Конечно, да. Одиннадцатое, что за дата? Одиннадцатое, десятое. Да. 11 октября? Да, отлично. Ты познакомился. Тыща! 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 Не знаешь эту дату, а я не знаю. Все правильно. Что? Предложение. Предложение, молодец. 24.01.04. Что это такое? 24 января. Ну, сегодня с вами. Молодец. 31.05.82. Катя. Наполеон пришел. Молодец. Нормально, наверное, родился. А 9.03.50 года? 03-го? Да. Хотя бы Михайловна родилась. Молодец, заходите. Ты зачем вообще пришел сейчас? За невесты? А невеста ты нас уже видел, значит, должен знать губы любимые. Отгадывай губы. Не угадываешь? Тыща! 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 А? Нет, что-то он угадал. Кошмар, а? Вот знаем, а? Все. А что, отгадал? Да. Загадка. Живет красная девица, очень черная коса, темные глаза. Нет, вообще ничего схожего, вот туда пошли сразу. Как сюда? Невеста у нас здесь. Ты думал, тебя палки гасят? Да, там красавица сидит. Что, берешь или нет? Зачем шел? Давай, букет. Ты уже выкупил. Серый, отдаешь? Отдаешь, Серег? Нет. Давай, выкупил уже, бери невесту. Это
Серый не отдает. Нет, я могу. У нас есть еще подороже. Слушай, она написана, блядь, темная. Трещать, темная. Давай сюда. Трещать, трещать. Подожди, Вань, подожди, не наш невест. Написано, темная красота. У нас другой есть. У тебя деньги кончаются, вы там... Не кайф, Вань, ты что, пошутил, что ли? Разбей на две подороже. Фальшивая невеста, фальшивые деньги. Молодец. Пойдем отсюда, я не сюда. Не серьезно. Сами там симпатичные невесты, берите кто-нибудь, осталось. Вытягивай сейчас веревочки. Вот как у тебя сердце подскажет, то и тяни. Вот кого вытянешь, за того и на том и женишься. Слышь, а может договоримся, может подскажешь, как. А? Нет, за умеренную плату я могу. Тяни. Да ты же сам их перепутал. Не-не-не, не идите, он все тянет. Тяни, она одна осталась. Не ту тянешь, Ваня. Нормально. Да, Ваня. Да она к столу привязана. Да все, аж штраф. Не-не-не-не-не. Полтинник! 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 Не газу покупаешь, бабки гони давай. Да на столу. Смешно, Вань. Ну ты че? Бумажный надо, бумажный. Катя, легко не сдавайся. Катя, бери букет. Нельзя. Не бери. Конечно, не букет. Давай, ты что так? А крупные деньги-то какие, а? Слушай, ты что, она не такая большая, она хрупенькая, маленькая, меньше буквы. Да, маленькая, большая, как будто не было. Да, вот, да. Двинь, Гэш, двинь туда. Меньше буквы делать. Алло, у нас быстрее было. Давай бумажечку, я знаю. Ага, бумажечку. Давай бумажечку, какая это бьется. Ломается. Давай бумажечку, все, вы поняли. Нет, как? А теперь остальные будут бумажечки. Еще и восклицательный знак. Еще стол шатко стоит, по полтинник надо положить под ножки, а? Да. Ходуном ходит, а? Давай, на новый стол, давай, по полтинник. Поперечный лучше из других бумажек. А теперь давай покрупнее клади, Вань. Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Минут 60-90 тоже надо указать элементы. Так, что там? А невеста с зелеными губами, красотой леп, а? Давай, пиши. Это Ильич, это Ильич. А, это Ильич? Это надо, я пошел. А. Так, еще раз. Все, все, закончилось. Какая Ильич, не пойму, что такое. Давай, ты, коллеги, маляки, давай, чесняк. О! Давай, за губки алые, давай, бабки, да немало, а? Подожди, у них еще есть. Стол, шапки, стол, укрепляем. Нет, давай настоящий. Стол настоящий. Более, да? Я нас запашил в манечце посадить. Раз, два, три, четыре. Кто не знает букв? С уголочком. Чуть как здесь пошли. А, да, невероятно. Все. Ладно, бери. Yeah!